Победители конкурса «Большая перемена» Екатерина Грекова и Степан Егоров на один день стали помощниками экипажа ДПС. Ребята учатся в Армавирском юридическом техникуме. Во время дежурства снарядом дорожно-патрульной службы студенты смогли изучить устройство патрульной машины. Также они примерили полицейское обмундирование, специальный шлем и жезл, изучили устройство наручников. Вот мне дали вот такой жезл. Хожу, мне сказали им не махать, просто дали как реквизит. Вот так. Просто круто. Еще вот в экипировке у Кати это просто жилетка, которая для безопасности выдается, а у меня настоящая. Наверное, я узнал больше о том, как работает эта система изнутри, о том, как это устроено. Допустим, я не знал о том, какие технологии используются для обнаружения нарушителей. А благодаря вот этому опыту я узнал, что, оказывается, если на горизонте нет экипажа ДПС, это не значит, что он ничего не видит. Участники конкурса «Большая перемена» смогли больше узнать о работе полиции и ее спецподразделений. Они познакомились с правилами поведения на дорогах и смогут принять участие в творческих заданиях, направленных на популяризацию профессии полицейского. Ну, меня поразило то, что я как бы знала раньше, что есть там у них социальные рации, по которым они общаются, а вот так вот видеть вот это вживую, для меня вот это было, конечно, интересно. Во время дежурства с полицейскими студенты познакомились с основами правовой грамотности, кибербезопасности. Сегодня победители финала конкурса «Большая перемена» провели день с нарядом ДПС города Армавира. Ребята изучили устройство патрульного автомобиля, пообщались с участниками дорожного движения, а также увидели на практике производство административного законодательства. В рамках проекта полицейские Армавира рассказали ребятам о работе различных подразделений, о поступлении на обучение в ведомственные образовательные организации. Следует отметить, что проект «Большая перемена» дает участникам огромные возможности. Счастлив, что поучаствовал в конкурсе «Большая перемена». Он открыл для меня новые горизонты и показал мне мир с другой стороны, дал возможность поучаствовать в работе экипажа ДПС. Такой опыт явно достается не каждому. А также, помимо опыта, мы получили возможности. Возможности реализоваться в разных сферах деятельности. То есть не только по специальности, которой я сейчас обучаюсь, но и я, например, нашла реализацию в волонтерстве. Марина Локтева, Александр Герасименко, служба информации телерадиокомпании «Вита Армавир».